Hi friends, welcome to my channel. If you are new here, my name is Eddie. I hope that you all have a fantastic, beautiful day. Salam, Kazakhstan и другие русскоговорящие страны. Давно уже не говорил на других языках. Я не знаю, или другие языки смотрят. Я исхожу из того, что большинство смотрят или русскоговорящие, или английскоговорящие, но есть со всего мира. Я это могу видеть в своих статистиках на этом канале. Я туда немного захожу. У нас сегодня Made in KZ, Казахстан. Испанская песня «Besame mucho». Так что, если есть тут испанские ребята, или мне лучше на испанском сказать «Bienvenido a mi canal, amigos». Si están de España y otros países que hablan español. Все, сказал. Знаете, наверное, будут искать песню «Besame mucho». Это одна из песен, которых я люблю. Одна из песен, с которых я начал учить испанский. И он мне понравился. Не единственная и даже не первая, но одна из них. Эти ребята, по-моему, я уже слышал на 3 или 4 языках. Испанский, кажется, еще не слышал, если я не ошибаюсь. Так что будет интересно посмотреть. Yeah, guys, so Made in Kazakhstan, this amazing group. Very, very nice, you know, concept at all. This amazing, you know, singer that I like the looks of her and the voice, of course, and the body language, you know, everything. And the two very gifted musicians that playing the dombra, that are amazingly enough, can produce all these kinds of, you know, imitations or rearrangements of great instruments. And today they are going to sing to us in Spanish «Besame mucho». Итак, перед тем, как мы начнем, только хочу напомнить, что если вы этого еще не сделали, такое тоже бывает, я вас приглашаю подписаться на мой канал, смотреть со мной все эти прекрасные группы Made in KZ и другие, которые у меня на канале. Я вам гарантирую, что хотя бы одну песню или одну группу вы не будете знать из тех, которых я уже показывал или буду показывать в дальнейшем. Если вы будете с открытой головой, вы тоже узнаете новых. Много зрителей из Казахстана написали мне, что они не знали Made in Kazakhstan перед тем, как увидели впервые у меня на канале. Так что мне это очень приятно. Поехали! Тут видно, что Назым беременна. Значит, это недавно. Okay, это реарранжмент.
который я не ожидал. Каждый клип придает свою атмосферу. А продюсер, я не знаю, кто за этим стоит, но... Me se me mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Me se me mucho. Que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Потом накладывается звук, который был записан, и это только как бы клип. Такое тоже может быть, но я думаю, что нет. Вроде бы так просто звучит, но так красиво. Вау. Как всегда, мне понравилось. Все пустое вокруг. Всегда они придают свою атмосферу. Всегда. Каждый клип у них немножко по-разному. И я даже не знаю, есть такие группы, которые делают каверы. В смысле, не группы, может быть, один певец. Даже вот как Алиса Супронова, у них примерно так же все выглядит. Нету, как это слово называется, нету как продакшн, нету как бы директора, который там расставляет всякие, вот эту создает атмосферу. А у Made in KZ есть, и постоянно там видно, что есть своя вот эта вот изюминка, вкладывают думают, как это сделать более особенное под атмосферу, под слова песни. Я извиняюсь, я, во-первых, очень уставший, я не знаю, у меня слова русские забываются, так что я могу или забыть, или что-то не так сказать, я извиняюсь. И мне это понравилось. Я не знаю, почему они это сделали, но они все были одеты в черном почему-то. Я пытаюсь думать про слова песни, и оно мне не кажется как бы такого реального вот соединения с чем-то грустным или там похороны, нету такого. Наоборот, есть такая атмосфера более как романтическая, может быть даже там вечеринка, я не знаю, могу себя представить с бокалом вина под такую песню запросто. Понятно, что они сделали очень-очень хорошо. Испанский был хороший. Может быть, только для коренного испанца есть произношение, которое не на 100%, но чего ожидать, у кого произношение на 100%? Ни у кого. И все равно это не мешало. Она чисто спела и хорошо спела. И... Даже у нее получилось, как всегда, выражать эти слова и эти предложения, в смысле, смысл, который она поет. Мне понравились, по-моему, один такой более длинный соло, который сделали. Понятно, это не часть оригинальной песни, но они всегда это делают с Домбра, и оно постоянно слышится хорошо. Мне очень понравилось, как всегда, и особенно приятно, когда они делают песни больше зарубежные, которые я знаю, потому что не все песни я знаю из тех, которые они поют, но большинство я знаю. У меня такое впечатление, что они даже не пытаются там слишком много выбрать какую-то более подходящую, они просто берут, и за что они возьмутся, то у них получится очень-очень хорошо.
Я немножко повторюсь на английском. Извините все русскоговорящие, которые не умеют говорить. Просто канал на английском, и меня иногда ругают, что я забываю. So, guys, that was really, really incredible. I like the production, you know, abilities and the rearrangement abilities, which I speak of quite a lot, you know, on this channel regarding this group, this incredible group. They have this, you know, production abilities, like everything is with thought. Everything is a little bit different from one clip to another, and they are putting so much like thought. I don't know this particular time what exactly was behind their like black clothes and colors and the red ambient light with the empty space, you know, the spacing there. I'm not sure about it, but it was part of what was designed, you know, for that specific one clip, and that was you know, really nice, because next clip it's going to be really, really different. They sang it. I don't know what's the meaning of the black clothes, you know, but the song itself, I was saying, it's not a sad song, right? It's more like I don't know, romantic song. I don't know, maybe for a dinner party, something with a glass of wine. But anyway, I liked it a lot. She sang very, very good. The pronunciation, you know, she sings it every time like she means it, and you know, the song, but with the respect, you know, to the original that they always maintain, they always add something new, something that's refreshing, with the solo in the dombra that for some reason always sound good. Right? So I really like, you know, when they do that. That is a high class, that is a world class in my opinion. All the production, the sound quality, the singing of Nazim, and of course the playing, you know, everything as a whole, that is a great, great production. And I hope you enjoyed it as well. So if you did, you know, enjoy my breakdown, and you like to watch it with me, so don't forget to subscribe to my channel and also put likes. Да, ребята, на этом я завершу. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки. Попробуем добраться до больше лайков, потому что так оно работает. Если первые, по-моему, 24 часа достигается, по-моему, 500 лайков. Я не знаю, когда-то слышал эти числа. Значит, YouTube продвигает немножечко это видео в поисках, в результатах поиска, и тогда его еще больше смотрят, и тогда еще больше продвигается, и так это бывает. Я просто это вижу с моими самыми популярными видео, и иногда это было тоже с Made in Kazakhstan, но не всегда. Так что это очень важно, ставьте эти лайки и жмите на колокольчик, подписываться, если вы хотите смотреть мои обзоры в дальнейшем. Спасибо вам, увидимся на следующем видео. Bye-bye.